Излюбленное место отдыха горожан – парк Независимости – сегодня обновляется. За 6 лет с момента открытия стенды с описанием государственных символов республики пришли в плачевное состояние. Гарантийный срок истек еще год назад, а потому все работы ведутся за бюджетные деньги. Необходимо качественно сделать ремонт, чтобы посетители парка, находясь здесь, испытывали патриотические чувства и были горды не только за свой город, но и страну. На открытии парка в честь 20-летия независимости Казахстана в 2011 году приехал сам президент страны. В создании этого места были вложены огромные деньги, причем не только государственные. Почти половину внесли местные бизнесмены, заинтересованные в улучшении облика родного Шымкента. Сегодня депутаты городского маслихата требуют от строительных компаний одного – качества. Власти Шымкента уже предупредили подрядчиков, что спрос будет за каждый тин, потраченный из городской казны. Хочу предупредить руководителей строительных компаний о том, что мы будем дотошно изучать выполненную работу. Если сразу рассмотреть недочеты не сможем, не стоит радоваться. Время все расставит на свои места, и первые перепады температуры лучше любых комиссий все скажут. Весенние работы в парке Независимости планируют завершить до 24 апреля. Для отличного отдыха на тропинках обновят лавки. Особый вид придадут и клумбам. Не оставят без внимания и главную гордость парка – поющий фонтан. Жаркими летними вечерами струи воды будут выстраиваться в замысловатой фигуре под аккомпанемент классической и современной музыки. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТР.